Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? АЭС сервер опять решил я забрать наконец-таки все награды, не провтыкать, потому что сегодня последний день, и заодно посмотрим, что у нас есть на АЭС сервере интересного. Вот она, волшебная кузница. Я здесь единственное, что забирал, когда родил наборчик с самоцветами, с гемами. Так, надо нам потратить самоцвета. Настолочка, я в нее тоже уже заходил. Ну, настолка обычная, стандартная для всех серваков. Получили Камик Рокки 4, Охотник за богатством, Возвращение домой, Разбей колесо фортуны. В общем, тут ничего такого интересного нет. А вот коллекционер здесь, ребята, как видите, уже второй раз, и он реально топовый. За снайпера вы можете получить пакет опыта и сущность мастера 500 штук. Блин, ну это реально круто. Я первое забрал. Сейчас попробую еще второй забрать. Так, магазин скидок. Такое себе. Давайте попробуем обновить. Карточки, 10-е мешки уже продают. Вот 10-я ракушка, вот это, конечно, круто. 10-я, ребят, 10-я. И она, наверное, за самоцветы, я надеюсь. Не знаю, кто на АЭС играет, напишите, за самики или все-таки за эти дают. Но хотя это десятка, блин, это реально круто. Это не девятка, это уже, блин, уровень. Так, ну что, поехали, попробуем сначала сейчас собрать, как обычно, слизни. Вот реально здесь без доната, вот просто в кайф прокачивать. Так, что там нам надо? Снайпер. Снайпер. Вот куда все запашки на этом серваке уходят. На коллекционера. Алхимик, инженер. Не хватает нам, но места просто не хватает. Уже все герои нормально вкачаны. Так, использовать из них. Столько подарков, не знаешь, куда это все девать. Так, это с прошлого. Отлично, поехали. Ехали испытывать удачу. Ну, очень кайфовая тема. Это за неделю уже второй раз такой коллекционер. Вот, пожалуйста, снайпер за 12 тычек, вы считаете, мы вытащили. Кайфовая тема в плане прокачки. Ты себе просто сидишь. Конечно, если повезет, там следующие вообще просто отлично. Посмотрите. Бигфут. Вы получаете Феникса землеройку, Кенди, Вольта с Валена, ну Дед Мороз, блин, вообще Махатма Фрея, это вообще круто. У нас хорошо, что у нас Фрея здесь уже есть. Такс, поехали дальше качать наших героев, посмотрим. Вот смотрите, 10, 10, 10, 10. Я мастрелка качну. Так, я не забрал плюхи. Не влазит, места не хватает. Так, получить. Вот реально по прокачкам, блин, играешь просто, я просто даже не играю здесь, но по прокачкам тут, конечно, жесть. Так, 10-10, улучшить навык, качаем стрелка. 10-10 делаем. Паладина пока не трогаем. Так, Атлантище у нас докачанный. Ведьмочка. И тоже делаем десятку. Дед Мороз, Гарпия, Малышник, Ронин. Так, надо сердцеедку докачать. Вот Хладный Призрак. Десятка.
пожалуйста. Ледяха 1 и 2. Так, ну этого надо тоже качнуть. Насколько все просто, ребят? Я не знаю, на других серваках такого трошечка нет. Ну там свои приколы, но тут свои приколы. Так, улучшить навык. Так вот. 28 артефакты. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что я могу теперь построить. Отмена. Отмена. Охрана, отмена. Так. Отлично. Это у нас главный призрак. Без таланта. Кстати, под архидемона соберем. Так, забираем эти плюхи. Вот посмотрите, вот насколько классно здесь играть. Ты просто зашел там раз в неделю, раз в две, получил и прокачал там 3-4 героя. Вообще кайф. Накопил самоцветы, вот тут реально за накопленные самики можно такие плюхи подоставать. Так, отлично, с этим разобрались, поехали в волшебную кузницу. Будем забирать отсюда плюшки. Не знаю, на что нам хватит, но в принципе должно, я надеюсь. Самоцветы мы забрали. Забираем камешек судьбы. Один. Посмотрим, хватит ли нам. Кстати, давайте добьем. Сейчас солем какого-то героя. Тыква. 10-10. Отлично. Итого, ну, как видите, свыше 20 попыток у нас пооставалось. Такс. Камень судьбы. 1. 5, 5. 1, точнее, 1, 5, 1, 1. Соединить. Камень круг 5. Отлично. Получили. Самое мы получали. Части облика. Вот это я не помню, брал, не брал. Оставим на потом. Эмблема руны 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, мне интересно, хватит ли нам на все, 1, 1, 2, 4, соединить, инсигния рун, забрали, так, кристалл мудрой львицы, 2, 1, 3, 2, 2, давай нажимайся. Не хочет. А это какого хрена, типа 2, что там 2, 1, 3, 2. Так, львицу забрали, отлично. Плохо, что нет, вот знаете, сбить полностью все на ноль и все. Вот это вот не играться. Львицу забрали. Код на карту созвездий. 3 штуки. 2, 2, 2. 2, 2, 2. И 2. Соединить. Хватает. Забрали. Дальше. Карту, львицу забрали. Эмблему. Еще у нас осталось забрать ящик еще. Перекус питомца. 3, 3, 1, 1. То есть, как видите, плюх. Так, 1, 1, 3. Так, супер пэт снеки забрали и поехали. Заберем еще. 2, 2, 3, 1. Забираем 2, 2, 3, 1. Так, отлично. Ну все, и в итоге у нас осталось еще, как видите, около десятка по каждому.
где-то больше, где-то меньше. Так, 1, 2, 3. Соединить. Давайте попробуем. 60 гемов получили. Дополнительные плюхи. Неплохо. Еще разок. Спишем. Пак. Давайте сделаем вот так. 1, 3, 2, 2. Чик. Еще экспишка. Так, 2, 2. 2, 2, 3, 1. Чик, 60 гемов. Так, ну теперь походу все. Или даст забрать с нулями. Нет, не даст, к сожалению. Надо как минимум по одному материалу. Ну, я считаю, тоже довольно-таки неплохо мы с вами сбегали. Так, получить все. Вот так вот забрали все, ну, кроме, конечно же, гемов. Как видите, остаются реально по 10, если, конечно, делать трату самоцвета. Я вроде здесь все дни забирал, не пропускал, если я не ошибаюсь. Может, где-то что-то пропустил, но как минимум нам хватило на все. И это реально радует. Так, хоть одна акция, которая радует, что будут значки почета есть. В принципе, все. Копим плюхи. Вот такой вот, ребятушки, у нас аккаунт. По чуть-чуть он развивается. Без доната, без игры вообще. То есть я фактически не играю на этом сервере. Ну, не то, что фактически, я вообще не играю. Я захожу только забирать плюхи. И, как видите, алтарь уже у нас довольно-таки неплохой по героям, я считаю, для игры. Много что уже есть. Единственное, надо еще некоторых героев доставить, но это с временем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Кто играет на Айсе, кидайте заявочки на роллинг, либо на выбивание. Интересный довольно-таки сервачок. Отдельный от остальных. Все, всем удачи, всем пока.